Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Помнится, в 80-е годы президент США Рональд Рейган сказал «доверяй, но проверяй». Эту поговорку знают также и в Австралии, представитель которой сегодня находится в нашей организации. Здравствуйте, Ростислав. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Кошер Ростислав. Я являюсь представителем органа по сертификации SkyGlobal, которая действительно является австралийской, но она международная. Мы как раз-таки работаем с европейским представительством, которое расположено в Лондоне. Сегодня мы недавно как раз-таки закончили надзорный аудит за системой экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта, международного стандарта ISO 14001 2015 года. Это который мы получили, кажется, год назад? Да, в прошлом году вы успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям этого стандарта. По условиям сертификации требуется проведение ежегодного надзора за этой системой. И в рамках этих обязательств, которые были взяты вашей компанией, мы провели как раз-таки сегодня надзорный аудит на соответствие требованиям этого стандарта. Боюсь спросить, а как он прошел? Прошел достаточно хорошо, я бы сказал, очень хорошо. Все основные вопросы, которые мы задавали, были удовлетворены ответами. Деятельность соответствует требованиям стандарта. Документы ведутся в соответствии со стандартом. Был дан ряд хороших положительных рекомендаций, что еще можно улучшить. Но принципиальный вывод сделан о том, что вы соответствуете требованиям стандарта, и вы можете подтвердили своей деятельностью в соответствии этому стандарту. И можете дальше продолжать пользоваться, гордиться соответствием требований этого стандарта. Скажите, а что нам дает, что наша организация получает в связи с тем, что она соответствует требованиям международных стандартов? Ну, прежде всего, это дает определенную, скажем так, вам гарантию, что вы движетесь в правильном направлении, что ваш экотехнопарк, что то, что вы там делаете, оно является и визитной карточкой определенной вашей компании, и в то же время то, что вы там делаете, оно соответствует достаточно высоким требованиям международных стандартов. Плюс это, конечно, определенный имидж, говорящий о том, что компания держит нос по ветру и собирается не только соответствовать там стандартам качества, стандартам безопасности, но и, конечно же, в нашем 21 веке важно, чтобы любая деятельность, изделия и инфраструктура соответствовала именно экологическим требованиям. Этот стандарт является международным, и наш орган по сертификации внесен в реестр международных органов по сертификации ЭКЮНЕТ и все остальные сообщества, ИАФ и так далее, мы туда входим. Другими словами, ваш сертификат, вы с ним можете ехать в любую страну или говорить с любым представителем любой страны, что у вас есть такой сертификат. И это будет пониматься, что вы соответствуете однозначно понимаемым требованиям этого международного стандарта любыми людьми там, в Канаде, в Америке, в Европе и так далее. Скажите, а посмотреть можно? Так выглядит замечательно. Даже потрогать. Вот таким образом выглядит сертификат. Номер регистрационный, дата действия. Ну, каждый год надо будет его подтверждать. Я надеюсь, что мы справимся. Я практически уверен в этом, но буду проверять. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект и все, что вы будете делать, всегда будет находить понимание во всем мире и соответствовать самым строгим международным стандартам. Строй SkyWay! Спасай планету!